Привет. Привет. У меня есть 5000 рублей. Хочешь, отдам тебе? Да, за что? Что надо сделать? Что-то. Ну, как обычно, я знаю. Ну, надо что сделать будет? Папе позвонить и сказать, как сильно ты его любишь. И все. И все, да. И 5000 мои. И 5000 твои. Папе часто говоришь, что ты любишь его? Ну, не буду скрывать, не часто, но... Сейчас выдался такой шанс. Вот за 5000, конечно, тем да. Тем более, да. Давай тогда. Хорошо, сейчас. Мне кажется, папа сейчас просто офигеет, что я вот вдруг с того ни с сего звоню. Я думаю, да. Алло. Алло, пап, привет. О, привет, дорогая, дочурка. Как ты там? Как ты поживаешь? Звоню тебе сказать, что очень-очень сильно люблю тебя. Ой, дочур, я тебя тоже очень-очень сильно люблю. Слушай, а помнишь, как детстве мы с тобой ели мороженое? Может быть... Да, папа, можешь прям, если свободен, можешь прямо сейчас подъехать ко мне в парке Горького. О, да мне тут ехать 20 минут. Хорошо, я тебе скину точную локацию тогда. Мармелад? Давай приедешь, мы что-нибудь выберем. Я уже не помню. Хорошо, давай. Все, люблю тебя. Я тебя, солнышко, люблю, жди. А, давай, пока жду. Я тебе скину сейчас смс-ка и адрес. Ну что, приятно было говорить папе, что ты его любишь? Да, что-то неожиданно, мороженое, какой-то мармелад. Я уже не помню, честно, что мы там в детстве ели. Вот в детстве, а сейчас ты взрослая. Вы чаще с папой встречаетесь, потом, может быть, его не станет, будет поздно. Да. Поэтому говори ему часто, что его любишь, и ешьте каждый день мороженое. Да, спасибо, что мне, кажется, расстроилась. Давай я тебе скину деньги, ты большая молодец. Давай, спасибо большое. Давай, номер.